Добрый день, уважаемые коллеги, слушатели. Мы рады снова приветствовать вас на наших открытых лекциях. И сегодня мы продолжаем цикл открытых лекций в рамках нашей новой магистерской программы «Менеджмент устойчивого развития», которую мы реализуем совместно Школа бизнеса МГИМО международных компетенций с Центром устойчивого развития МГИМО. И сегодня мы продолжаем наши лекции. Наш спикер сегодня – это Светлана Гришанкова, РАЭКС Европа. И напоминаю, что вы сегодня можете задавать вопросы нашему спикеру, используя или микрофон, или с помощью чата. И, пожалуйста, еще попрошу отключить вас, ваш звук, а позже у вас будет возможность задать вопрос. Здравствуйте, Светлана. Добрый день, спасибо большое за приглашение. Спасибо вам, что согласились. Мы очень рады вас приветствовать. Спасибо, что нашли время и подключились. Коллеги, напомню еще, да, что сегодняшняя наша тема – это корпоративные рейтинги ESG. Пожалуйста, Светлана. Можно вам уже открывать презентацию, да? Да, конечно, пожалуйста. Сегодня у нас получается такой довольно тесный круг, поэтому, мне кажется, имеет смысл быть максимально интерактивными. Если у кого-то возникают вопросы, их не обязательно держать до самого конца, можно задавать в любой момент. Если вдруг на слайдах что-то непонятно или требуются какие-то дополнительные пояснения, не стесняйтесь. Так. Расскажу сначала немножечко о нас. Мы европейское независимое рейтинговое агентство RAEKS Europe. Находимся во Франкфурте. Как кредитное рейтинговое агентство мы аккредитованы регулятором ЕСЭСМА. Ожидается, что в ближайшие несколько лет этот регулятор также будет регулировать деятельность в сфере ESG. Поэтому мы очень рады находиться под таким регулированием. Наше агентство стало пионером в области ответственного инвестирования в России и странах СНГ. Я расскажу чуть-чуть подробнее, как мы стали этим пионером. С темой устойчивого развития мы начали в 2017 году с подписания инициативы UNPRI и ESG in Credit Ratings. Эта инициатива требует от кредитных рейтинговых агентств учета ESG-факторов в рамках методологии, четкого указания, где ESG-факторы имели влияние на кредитные рейтинги, где эти факторы могут учитываться, и чтобы они были четко подсвечены. Сначала этого требовало только инициатива UNPRI, позднее регулятор ESMA также присоединился к подобным требованиям. Присоединившись к этой инициативе, мы поняли, что тема ESG, она значительно шире, ее нельзя впихнуть просто в кредитный рейтинг как блок, там существует много препятствий. В частности, ESG риски и возможности, они реализуются на значительно более длинном сроке, чем традиционный кредитный рейтинговый анализ. Поэтому мы начали разрабатывать собственные методологии ESG рейтингов в компании, регионов. С этого начался наш путь в ответственное финансирование. В том же году у нас уже появились первые публичные рейтинги и компании регионов. В 2018 году, чтобы популяризировать как-то тему ESG, мы начали также делать ESG-рэнкинги. Первый наш рэнкинг российского крупного бизнеса вышел в октябре 2018 года. Мы его презентовали на большой конференции RAEKS 600. Это конференция, взаимосвязанная с нами компанией RAEKS Analytica. Они делают этот рэнкинг крупного бизнеса RAEKS 600 уже очень-очень давно. Затрудняюсь сказать, насколько давно, но лет 15, наверное. И в рамках этого мероприятия мы презентовали такой вот спин-офф рэнкинг, в котором была оценка ESG российских компаний, и там было 30 компаний. На тот момент аббревиатура ESG была очень экзотичной для российского рынка. Я не уверена, что все в аудитории поняли, что такое ESG. Это было что-то новое и совсем-совсем непонятное. Хотя вот осень 2018 года это было
совсем недавно. Также в 2018 году, в декабре, мы верифицировали первые зеленые облигации в СНГ, и это стартовало рынок зеленого финансирования. Позднее мы верифицировали первые зеленые облигации, включенные в секцию устойчивого развития на Московской бирже. Это были облигации банка «Центринвест». Первый публичный рейтинг банка в России — это был банк МКБ, тоже в 2019 году. Ну и продолжили с дальнейшими кейсами ответственного финансирования. В апреле прошлого года мы запустили довольно масштабный проект. Это независимая база ESG-рейтингов российских компаний. Мы сделали этот проект как ответ на то, что международные рейтинговые провайдеры не очень сильно покрывают Россию. То есть, если смотреть, ну, вы, наверное, слышали про такие провайдеры, как MSCI, Sustainalytics и другие ESG-рейтинг-провайдеры, они покрывают там кто-то 30, кто-то 70 российских компаний. Даже до 100 практически ни у кого не доходят. На наш взгляд, в российском рынке есть порядка 700 компаний, которые нужно оценить с точки зрения ESG. Поэтому мы начали этот проект, начали двигаться в эту сторону, сами оценивать компании по полной ESG-методологии, используя публичную информацию из официальных отчетов компаний. На данный момент в базу уже включена 121 российская компания из 20 различных отраслей и секторов экономики. Структуру базы по отраслям вы видите на диаграмме с правой стороны. Мы привязали наш ESG-рейтинг российского бизнеса к этой базе, то есть, получается, у нас сейчас идет ранжирование по композитной ESG-оценке. То есть мы делаем ESG-рейтинг каждой компании, потом по нему ранжируем их. Рейтинг у нас теперь может обновляться, в принципе, хоть в любой день, но мы выбрали ежемесячную периодичность для публичного обновления, и наш ESG-рейтинг обновляется 15 числа каждого месяца. Он публикуется в довольно широком количестве изданий, это РБК, The Times. Большое количество изданий также репостят это, многие компании постят в своих релизах. Компания такая-то заняла определенное место в рейтинге. То есть это становится своеобразным барометром, ESG-барометром для российского бизнеса. На данном слайде вы видите текущий охват компаний. Слайд уже становится с каждым месяцем менее читаемым. Мы планируем его в дальнейшем трансформировать и сделать отдельные слайды. Зеленые, желтые, красные — будет лучше читаться. Светофорчик показывает, к какому рейтинг-бенду относится компания. Зеленый — это все хорошо, и рейтинг-бенд желтый довольно средненько. Это B-рейтинг-бенд, и красный C-рейтинг-бенд. Это значит, что компании нужно еще произвести много действий в сфере ESG, чтобы стать устойчивой. Увеличивая базу, количество зеленых компаний, к сожалению, остается довольно стабильным. Немножко увеличивается количество компаний в желтом сегменте, ну и преимущественно увеличивается красный сегмент, к сожалению. Для понимания, на данном слайде представлены топ-10 лидеров интегрального рейтинга. Они относительно стабильные. По сравнению с тем упрощенным рейтингом, который мы делали в 2018 году, и мы его обновляли в 2019 году по старой методологии, здесь появилась новая компания Polymetal. Обычно она не входила в рейтинг, потому что компания не попадала по фильтрации размеров, но вот когда мы увеличиваем Universe, у нас появился такой новый устойчивый лидер. Возможно, когда мы будем больше расширять базу, кто-то еще ворвется в этот топ-10, но пока уже некоторое время топ-10 довольно стабилен. А как же делаются методологии ESG-оценки? Сначала оцениваются риски. Наверное, еще немножко отступлю назад с нашего дефинишена ESG-рейтинга. Довольно важная сейчас тема сопоставления ESG-рейтингов от различных провайдеров, как на них ориентироваться. Начнем с того, что сам рейтинговый вопрос у ESG-рейтингов, он немного менее стандартизирован, чем, например, у кредитных рейтингов.
Кредитные рейтинговые агентства, они всегда измеряют вероятность дефолта. Всем более-менее понятная единица. Регуляторы, как российский регулятор ЦБ, так и европейский регулятор ЭСМА, даже делают регуляторные сопоставления, которые сопоставляют шкалы различных рейтинговых агентств. Например, с точки зрения нашего регулятора ЭСМА, наша шкала абсолютно сопоставима с шкалой S&P Moody's и Fitch по кредитному рейтингу. По ESG рейтингам так на данный момент нельзя. Там, вероятно, и в будущем тоже это сделать не получится, потому что различается рейтинговый вопрос. Каждое рейтинговое агентство под ESG рейтингом подразумевает что-то свое. Чаще всего, конечно, классический ESG рейтинг смотрит на подверженность ESG рискам и на использование ESG возможностей компании. Ну вот наш подход такой тоже. Однако некоторые рейтинговые агентства смотрят, например, только на риски и не учитывают возможности. Также отличается подход к данным. Как я уже говорила, мы используем публичные официальные данные. Иногда в процессе взаимодействия с компанией по услуге ESG Rating Pro мы можем использовать внутренние данные компании. Но все равно это как бы данные от самой компании. Есть, к примеру, рейтинговое агентство, которое смотрит с другой стороны, рейтинговое агентство RepRisk. Оно смотрит исключительно на медийный фон. Они вообще не смотрят на сайты компаний, что компании говорят о себе, никак не коммуницируют с компаниями. То есть это другой подход к собиранию данных. Когда есть у нас уже определение, как идет методология, оцениваются риски. Оценивается отраслевой риск, риски страны, где находится компания, и риск непосредственно самой компании. Подверженность этому риску может быть низкая, средняя, высокая. Исходя из этого рассчитывается конечный вес каждого фактора. То есть набор факторов для всех индустрий, для всех компаний он одинаковый, но ребалансировка этих факторов идет, исходя из подверженности рискам. Переходя к следующему столбцу факторы, мы используем более 200 индикаторов. Эти индикаторы разбиты по секциям: environmental, экологическая, social, социальная и governance, управленческая секция. Естественно, вес этих факторов в зависимости от компании, в зависимости от поверхности будет разный. Далее мы переходим к стадии оценки. Мы оцениваем политики и программы, то есть это то, что компания сама обещает сделать. Далее мы оцениваем отчетность, что компания публикует по реализации этих политик и программ, и эффективность реализации политик и программ. С точки зрения веса оценка эффективности имеет больше вес, чем само по себе наличие политик или программ, потому что, конечно, мы хотим понять, действуют ли они. Просто загрузить политику или программу, или скопировать у кого-то из best practice, это недостаточно. Также добавляются стресс-факторы. Стресс-факторы, например, все из вас знакомы с кейсом Норильского никеля, ну вот это является стресс-фактором. Далее результатом является композитная оценка ESG рейтинга, то есть взвешенные в зависимости от подверженности рисков environmental, social, governance оценки. На этом слайде немножечко поподробнее по факторам и подфакторам, что может оцениваться. Я не знаю, интересно ли нашим слушателям идти детально по всем этим факторам. Если у кого-то есть детальный интерес, напишите обязательно в чат. Или можем потом вернуться к этому слайду по вопросам. Чтобы подчеркнуть, как делается отраслевая оценка, например, если мы оцениваем ESG рейтинг банка, то для банка будет критичным портфель экоактивов или портфель социальных активов. Вес этих портфелей будет больше, чем вес непосредственно самой деятельности банков, то есть сколько сам банк тратит воды, электричества, потому что основное, как банк трансформирует мир вокруг себя, это через портфель активов, через свою деятельность.
Как я уже говорила, сначала первая стадия – сбор и ввод данных, которые мы берем из официальных источников компаний. Потом мы их анализируем. Далее делается предварительный расчет баллов. И на основании всей этой информации делается окончательный расчет баллов. Выдается ESG-рейтинг по шкале, схожей, в принципе, с кредитной рейтинговой шкалой. То есть AAA, BBB, CCC. Отличие ESG-рейтингов тут в том, что нету какого-то конкретного investment grade или non-investment grade. Инвестор решает сам за себя, то есть пользователи ESG-рейтингов должны быть довольно хорошо информированными. Они должны сами понимать, что именно они хотят использовать, что для них критично. А также есть формат использования фильтров на основании рейтингового исследования. У нас по каждой компании доступны отдельные отчеты в базе, и инвесторы могут пользоваться вот этими исходными фильтрами, чтобы формировать свои инвестиционные стратегии. Светлана, да, прошу прощения, есть несколько вопросов. Вам можно сейчас зачитать или да, позже? Да, можно сейчас, я почему-то их в чате не вижу. Да, вот Раиса говорит, что корпоративное управление интересно, а Ирина интересуется, как долго стресс-фактор влияет на результаты рейтинга, положение компании в рейтинге. Положение компании в рейтинге? В рейтинге, Это уже очень важное различие. Рейтинг – это оценка именно самой компании. Есть у нас, например, какая-то компания, там, предположим, условно, «Газпром». Рейтинг – это оценка именно только «Газпрома», самого по себе, и рейтинговая оценка как раз выдается вот по данной шкале либо баллам. А рейтинг – это ранжирование по всем рейтинговым оценкам, и рейтинг – это та таблица, где много компаний, и они все ранжируются. То есть, когда мы говорим о положении в чем-то, это, наверное, положение в рэнкинге. А по поводу стресс-факторов, это совершенно отдельная тема, как их оценивать. У меня есть, если необходимый слайд в другой презентации, я могу к нему потом вернуться. Но воздействие стресс-фактора, оно зависит от самого стресс-фактора, потому что стресс-факторы бывают довольно разнообразные и как бы нельзя сказать в общем случае. То есть нету такого стандартного одного ответа. Да, еще какой вопрос был? Светлана, еще вот интересуется, есть какая-нибудь связь между RAEX Europe и русским рейтинговым агентством Эксперт РА? На данный момент связи никакой. Ранее мы были связаны через одного акционера. Наш акционер также владел 26% российского рейтингового агентства «Эксперт РА». Но он уже 2 года назад продал свои акции там, и связи никакой нет. Операционно мы не были связаны ни в какой момент. Спасибо большое. Еще вот Роман сейчас прислал вопрос. Тоже можно, да, или позже? Да, да, можно сейчас. Здравствуйте. На основе какой методики или фреймворка определяются весовые коэффициенты для категорий или подкатегорий? Ну, методология, как раз мы через нее сейчас идем. Возвращаясь к весовым коэффициентам, веса определяются, исходя из отраслевого риска, странового риска и риска компании. На данный момент у нас в базе российские компании, но мы расширяем географическое покрытие, и уже где-то ориентировочно в августе этого года в базе также появятся компании стран СНГ и Восточной Европы. Да, спасибо, Светлана. Ну, пока больше в чате нет вопросов, так что, наверное, можно... Ну, можете продолжать в любой момент ставить меня на паузу и возвращаться к вопросам. Да, спасибо. Пойдем дальше пока по слайдам. Как же использовать ESG-рейтинги? ESG-рейтинги можно использовать при формировании инвестиционного портфеля, соответствующего принципам ответственного инвестирования. То есть это различные стратегии, которые я уже упоминала. Например, негативный или исключающий скрининг. Предположим, вы инвестор, вы не хотите инвестировать в ту или иную отрасль. Вы можете делать негативный скрининг и убирать эту отрасль из портфеля. Интеграция ESG-оценок, взаимодействие с компанией, влияние на ее деятельность. Скрининг на основе нормативов, может быть, скрининг best in class, например.
выбирается лучшая компания по композитному рэнкингу или общему рейтингу или по каким-то другим параметрам. Устойчивое тематическое инвестирование, когда вы хотите инвестировать в конкретные сектора, и социальное инвестирование, так называемое импакт-инвестирование. Рейтинги также могут использоваться в качестве инструмента для получения финансирования и как критерий на зеленых биржах. По привлечению финансирования хорошие примеры, по которому, кажется, у меня дальше есть слайд, кейс финансирования банка МКБ, где они привлекли кредит у немецкого банка Landesbank Baden-Württemberg. Также рейтинги могут использоваться для оценки ESG-рисков в рамках построения ESG-стратегии компании, то есть долгосрочной стратегии устойчивого развития и повышения осведомленности всех заинтересованных сторон. Да, вот как раз слайд по кредиту МКБ, про который я уже упоминала. Банк МКБ уже привлек два кредита у немецкого банка Landesbank Baden-Württemberg с привязкой к ESG-рейтингу от нашего агентства. И благодаря тому, что у них есть этот рейтинг, и он хороший, они получили дисконт по кредиту. А если банк будет делать какие-то улучшения, и рейтинг будет улучшаться, это может быть для них далее еще более выгодно. Еще один пример, как рейтинги используются на практике. Вот, например, оценка BPIF и РСКБ, созданного по индексу РСПП, индекс Мосбиржи РСПП «Вектор устойчивого развития». Мы делали ESG-оценку этого BPIF-а, и вы здесь видите ESG-оценку фонда, как в численной, так и в буквенной схеме. То есть фонд может видеть также ESG-оценку отдельных бумаг, какие бумаги увеличивают композитную ESG-оценку, какие уменьшают. Очень полезный инструмент. Отдельно тоже хотелось бы упомянуть про устойчивые облигации, то есть зеленые социальные sustainability bonds, новый тип инструментов, которые мы надеемся, что признают в России. Подгруппа номер один ЦБ над этим активно работает. Это sustainability linked bonds, бонды, привязанные к показателям устойчивого развития. Как я упоминала в самом начале, наше агентство также предоставляет услуги верификации этих ответственных облигаций. Верификация – это независимое заключение о соответствии облигации принципам. В основном это ИКМА. Но если мы говорим по зеленым облигациям, это также Climate Bond Initiative. Также могут применяться локальные стандарты в России. Это стандарты ВБРФ. И мы взаимодействуем по этому вопросу со всеми основными листинговыми площадками. По процедуре подготовки эмитента к выпуску могу пояснить. Я не знаю, есть ли у наших слушателей запрос также на процедуры облигации. Понимание. Есть еще вопросы в чате, но пока не с облигациями связаны. Можно сейчас вам зачитать? Давайте, может быть, да, сейчас вернемся к вопросам, потому что облигация — это целая отдельная вселенная, могу потом. Да, может быть, появятся и как раз вопросы. То есть можно, да, сейчас из чата? Да. Вот София интересуется. Добрый день. Вопрос связан с методологией оценивания. Например, компания занимается консалтингом, реализуют проекты, связанные с экологизацией. На какие факторы ей стоит обратить внимание в процессе отчетности? И как эта компания могла бы измерять свой импакт? Спасибо. Ну, я бы сказала, в общем, не только к консалтингу, применимо ко всем компаниям, нужно обращать внимание, конечно же, на все факторы, потому что, когда вас оценивать будут по всем факторам. Естественно, что в случае интеллектуальных бизнесов оценивается в большей степени именно вот импакт самого бизнеса, то есть что вы делаете. Если вы хотите раскрывать эту информацию публично, то тут надо максимально детально по портфелю деятельности. У консалтинговых компаний я не думаю, что это все публично, потому что у них многие договора могут быть непубличными.
В целом, наверное, самое лучшее правило — раскрывать как можно больше всего. Если есть какие-то вопросы, если вопрос от конкретной компании, взаимодействие с компаниями по их интересу включения, например, в базу, мы можем выслать анкету, которую мы используем, собирая данные с публичных сайтов, и компания может сама себя как-то проанализировать, попытаться заполнить эту анкету. Этим самым она катализирует процесс включения в базу. Спасибо, Светлана. Это и помогает понять, что есть, чего нету. Ну да, 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 да. А, Роман вот еще задает вопрос. Есть ли у вас модели сотрудничества в формате получения данных из вашего реестра, например, через API или другим способом? Вы имеете в виду данные для инвесторов, для включения в инвестиционные программы? Ну, Роман, может быть, пояснит или с помощью микрофона сможет уточнить вопрос. Роман, пожалуйста, если есть такая возможность, уточните. А, и вот еще коллеги пишут, пока что... Роман уточняет, да. Я могу рассказать немножко про имеющийся опыт в этой сфере. А, мы предоставляем также по запросу и исходные данные, то есть мы работаем с инвесторами в разном формате. Можно приобрести просто отчет в базе и использовать этот отчет, как он есть. Либо можно настраивать все эти фильтры, скрининги, используя исходную информацию. Тут мы делаем какие-то tailor-made продукты для тех, у кого есть портфели активов, и они хотят это использовать. Также мы можем подключаться к различным системам. Например, система есть OTC Fin, и мы подгружаем данные по нашим рейтингам в агрегаторы рейтингов, например, в CSR Hub. Да, Светлана, спасибо. И вот по поводу облигаций пишут, что есть интерес, и есть интерес к процедуре выпуска облигаций, как контролируется поведение компании после получения капитала через облигации. Это если мы возвращаемся вот к вашему вопросу аудитории. Роман пока не уточнил, но, может быть, позже вернемся тогда к его вопросу. Да, спасибо. Давайте тогда перейдем потихоньку к облигациям, собственно. Как я уже говорила, есть варианты выпуска зеленых социальных устойчивых облигаций. Это, получается, use of proceeds облигации. Есть новый инструмент sustainability linked bonds, они не use of proceeds. Там могут быть proceeds, средства могут быть использованы абсолютно на любые цели. А тут главное достижение каких-то определенных KPI. Самые популярные KPI в западном опыте – это выбросы парниковых газов, но KPI могут быть и другие в зависимости от деятельности компании. Там есть некоторые критерии по выбору таких KPI, то есть это должно быть что-то амбициозное, не в рамках business as usual, что-то критичное и релевантное для деятельности компании. Нам кажется, что для российского рынка вот эти новые инструменты будут очень актуальными. На данный момент на московской бирже, например, вы можете выпустить зеленые или социальные бонды. Зеленые или социальные бонды, это надо смотреть на принципы ИКМА, по зеленым дополнительно ВБРФ и CBI, потому что ВБРФ по социальным пока еще нету принципов. Как готовиться к выпуску? Ну, первый шаг — это у эмитента должно быть желание выпустить такие облигации. Здесь указаны зеленые, но, в принципе, социальные. Тут процесс абсолютно такой же. Понять свои собственные потребности. Шаг 2 — это изучение принципов и документов ИКМА, анализ эмитентов аналогов и их политик, понимание того, могут, в принципе, эти облигации считаться зелеными или социальными. То есть по категории деятельности, по категории, куда должны пойти эти use of proceeds. Шаг номер 3 — это самоанализ, ревизия своих внутренних политик. Шаг номер 4 – это подготовка внутренней политики в сфере зеленых облигаций или в случае социальных облигаций, так называемый Green Bond Framework. Это самый основной документ для выпуска облигаций устойчивых, зеленых или социальных. И этот документ, с ним непосредственно работает верификатор, проверяя, соответствуют ли облигации установленным принципам или не соответствуют. Шаг номер 5 – это определение пула активов, проектов для выпуска облигаций, определение структуры выпуска, структуры сделки. Далее необходимо выбрать биржу. Это российская биржа MOEX, например, или какая-либо иностранная биржа, люксембургская, Euronext, варшавская биржа. Все зависит как бы, от целей
амбициозности. Вариантов очень много. Подготовка инвестиционных документов. Шаг номер 7 – это где вот работаем непосредственно мы, верификация зеленых облигаций. Ну и шаг номер 8 – регистрация и непосредственно выпуск зеленых облигаций, начало обращения на рынке и включение в соответствующие ответственные сегменты бирж, в соответствующие международные реестры, например, реестр ICMA, Climate Bond Initiative для зеленых облигаций, Environmental Finance для всех видов облигаций. Потом, кто контролирует, что происходит непосредственно после самого выпуска, по-хорошему, best practice – повторять верификацию раз в год. Пока мы, к сожалению, на российском рынке такой best practice не видим, так что сложно сказать на 100%. Но, тем не менее, есть еще дополнительный пункт – отчетность на бирже. То есть все компании, которые листингуются в этом специальном устойчивом сегменте, они должны ежегодно летом давать отчетность, куда были потрачены деньги. Так что хотя бы это гарантирует какую-то ответственность. Я думаю, на вопрос этот я ответила. Да, Светлана, спасибо. Вот вопрос еще по поводу зеленых облигаций. Есть ли опыт выпуска зеленых облигаций в России? Галина интересуется. Конечно, есть. Возвращаемся в самое-самое начало. Мы верифицировали первые зеленые облигации в России в 2018 году. Тогда, собственно, все началось. В 2019 году открылся специализированный сегмент на Московской бирже. Помимо внутренних российских облигаций, есть выпуски российских компаний за рубежом, например, выпуски РЖД. Так что, конечно, есть. Спасибо, спасибо, Светлана. А если, коллеги, нет вопросов, пока вот... Есть один небольшой вопрос, если можно. Пожалуйста, да. Светлана, добрый день, спасибо большое за презентацию сегодня. RAX Europe делает действительно очень много для того, чтобы развивать повестку и вопросы по ESG-рейтингам и ответственному инвестированию в России. И тут есть небольшой вопрос. Очень бы хотелось, чтобы вы немного прокомментировали то, на каком этапе сейчас находятся вопросы внедрения ESG-риска в нормативную базу России, ну, например, по аналогии с кредитными рейтингами. И, может быть, там когда-нибудь на каком-то горизонте вы уже видите, что ESG-рейтинги будут чем-то необходимым для выхода, ну, например, на вот сектор устойчивого развития Московской биржи. Ну, в плане регуляторики над этим действительно работают. Есть подгруппа номер один при ЦБ. Есть также рабочие группы, например, Ассоциации банков России, которая продвигает ESG-бэнкинг и регулирование взаимосвязанные. Есть группа Минэкономразвития. То есть об этом все думают, но это не настолько простой вопрос, чтобы воткнуть это в регуляторику, как кредитные рейтинги. Как я уже говорила, рейтинговый вопрос у ESG-рейтингов фонд не настолько, к сожалению, определен. Опыт рейтингования тоже пока мало у кого есть. Если смотреть на российские рейтинговые агентства, это пока только обещание, что они будут что-то делать. В лучшем случае один или два рейтинга. Как бы пустить на рынок столько иностранцев на это тоже вряд ли кто-то решится. В общем, вопрос, насколько это можно воткнуть в регуляторику, он очень философский. На это потребуется время. Я бы сказала, что это не сегодня, не завтра. Пока в регуляторику пытаются ввести какие-то методы стимулирования выпуска зеленых или социальных облигаций, потому что тут все более понятно, объективно. По поводу конкретно ESG-рейтингов, я думаю, не сейчас. Но, с другой стороны, это становится уже обязательным требованием стейкхолдеров, на это уже все смотрят. Скрыть эту информацию уже невозможно, на это обращают внимание. С точки зрения биржи, возможно, биржа будет раньше регуляторики. Понял, спасибо большое.
Спасибо, спасибо, Светлана. Вот просит Роман, чтобы вы выслали опросник для ESG самооценки и презентацию, если это возможно. Презентацию, конечно, вы можете ей поделиться с участниками. По поводу опросников, мы опросники даем только реальным компаниям, которые хотят попасть в базу, потому что это все-таки как бы интеллектуальная собственность агентства, и мы просто так их не рассылаем. Так, спасибо. Если есть какая-то компания, то есть представившаяся какая организация с корпоративной почтой, мы обязательно вышлем. Да, коллеги, тогда те, кто интересуется опросниками, вы можете прислать мне свой запрос на ту почту, с которой вы получили информацию, как сегодня присоединиться к этому мероприятию. И тогда мы свяжемся, наверное, со Светланой, да, и уже агентство рассмотрит. На слайде указаны контакты. По вопросам опросников можно обращаться либо ко мне, либо в отдел комплаенс. Да, тогда так тоже. Спасибо. Ирина еще интересуется, за рубежом рейтинг вашего агентства котируется? Мы, например, известны за рубежом в плане того, что мы участвуем во всех крупных мероприятиях. Мы входим в состав Люксембургской ассоциации ответственного финансирования LuxFlag, выступаем в международных конференциях. Мы занимаем определенную нишу, мы не собираемся конкурировать с MSCI или со Sustainalytics, например. Мы ставим своей целью покрыть то, что у них недопокрыто. Потому что скоп компании, на которую можно смотреть, он гораздо шире, чем то, что на данный момент покрывают крупные рейтинговые провайдеры. Так что, конечно, наши рейтинги имеют ценность также и для западных инвесторов. Спасибо большое. Вот все-таки в продолжение зеленого инвестирования, видимо, такая животрепещущая тема. Скажите, пожалуйста, формирование рынка зеленого инвестирования в России, плюсы и минусы? Вот такой еще вопрос, Светлана. Тоже такой, знаете, философский вопрос. По плюсам, наверное, то, что рынок зеленого инвестирования в России начал формироваться очень поздно. То есть мы можем учесть какой-то опыт иностранных best practices, посмотреть, что было уже сделано, сделать быстрее. Это, пожалуй, плюс. А минус то, что, мне кажется, люди пока в него не очень верят, стимулов пока конкретных нету. Все видят в этом скорее издержки, риски, но не очень хорошо понимают, для чего это. То есть в целом, наверное, у рынка нету понимания, что зеленый рынок или ответственный рынок – это трансформация и переход в завтрашний, в послезавтрашний день. Это не риск, это, наоборот, больше устойчивость. Да, спасибо большое. Еще вопрос, если можно. Ожидания инвесторов в части управления ESG вопросами в России и Европе какие? Есть ли различия? Ожидания инвесторов. В части управления ESG вопросами в России и Европе. Какие и есть ли различия? Ну, видимо, какие ожидания, да, и есть ли различия? Вы знаете, вопрос такой очень странный. Управление ESG вопросами, наверное, управление ESG факторами, управление ESG рисками. По ожиданиям инвесторов, западные инвесторы уже абсолютно точно обращают внимание на то, что компания делает с ESG рисками, использует ли ESG возможности. В России пока на это, наверное, скорее обращают внимание только самые крупные инвесторы. Мы в этом году коммуницировали уже несколько раз с инвестиционными сообществами для маленьких инвесторов, индивидуальных инвесторов. Они инвестируют, как правило, в еще более небольшие компании, чем то, что у нас в рэнкинге. И, конечно, для этих компаний у них нету никакой ни финансовой отчетности или минимальной отчетности. У них нету никакой рейтинговой оценки, поэтому для таких инвесторов обращать внимание на ESG пока очень сложно. То есть в России это, наверное, пока только крупные инвесторы или как бы такие прозападные инвесторы, а за рубежом это уже и на уровне ритейловых инвесторов.
Спасибо. От Софии еще вопрос. Да, Светлана, можно? Благодарю за презентацию, пишет София. Вопрос связан с сертификацией. Если у компании есть сертификаты ISO 9001 и ISO 14001, это как-то сказывается на месте в рейтинге? И вот участие в программе UN Global Compact также повышает позицию компании в рейтинге? Эти моменты, естественно, учитываются, наличие любых сертификаций или там аудита, например, нефинансовой отчетности, это учитывается. Но сказать, допустим, если у вас есть ISO, это вас поднимет на столько-то мест в рейтинге, я вам так сходу не скажу. То есть у каждой компании это и разный вес будет, и разный разрыв между соседними компаниями в рейтинге. То есть, конечно, это положительно, да. Да, спасибо большое. Еще есть вопрос. Востребованность экологических вопросов на пике. Но какова эффективность ESG-показателей как критериев для ответственного инвестирования в России сегодня? В большинстве случаев невозможно удостовериться в точности данных, и плюс недостаточные и несистемные данные для проведения расчетов существуют. Вот такое еще. По поводу достоверности, да, это хороший вопрос. Далеко не все данные аудируются в нефинансовой отчетности. Конечно, аудированные данные имеют больший вес или расцениваются лучше по методологии. Также, например, отчетность российских компаний, она не всегда сопоставима между периодами, что очень усложняет оценку. Но, тем не менее, как вот мы считаем, вот пока мы покрыли уже 121 компанию, двигаемся дальше, пока есть пища для ранжирования компаний, есть возможность их ранжировать, и, безусловно, помимо этого, ESG-инвесторы смотрят не только на флажок зеленый, желтый, красный, это такая упрощенная оценка для рейтинга и таких широких публичных презентаций. В детальной оценке там указана разница между компаниями и можно сравнить, что происходит. Есть некоторые вопросы, которые люди воспринимают немножко неправильно, бывает. Там, почему компания на таком-то месте в ESG-рэнкинге, она же не очень экологичная, как людям кажется. Надо понимать, на какие вопросы рэнкинг отвечает, на какие не отвечает. То есть рэнкинг — это оценка по набору вот, более 200 факторов, которые я показывала ранее. Естественно, у этих факторов есть определенные веса. Это факторы диверсифицированные по экологическому, социальному и управленческому. То есть тут не только экология. Здесь также есть социальные и управленческие практики. И если, например, в экологии происходит некоторое провисание, но в остальных двух все нормально, компания тоже остается какое-то время на плаву, и надо смотреть детальнее именно вот в комплексную оценку, в фактор, что происходит по конкретным факторам. Спасибо, Светлана. Вот как раз, наверное, в продолжение. Методология ESG-рейтингов у различных агентств различается по тому, какой вес придается тем или иным параметрам. Получается, одна и та же компания получает различные результаты в зависимости от рейтинга, в котором участвуют. Какие инструменты смогут повлиять на унификацию методологий? Я надеюсь, что никакие, потому что, как я уже говорила, здесь нет унификации вопроса. А если у нас нет унификации вопроса, соответственно, не стоит ожидать, что будет унификация ответа. Есть некоторая гармонизация в плане данных, то есть отчетности компании, они там следуют каким-то определенным стандартам, эти стандарты международно гармонизируются, и есть надежда, что в светлом будущем отчеты будут более стандартизированы, гармонизированы, и все ESG-рейтинг-провайдеры будут работать со схожими данными. Ну, все действующие в рамках одной концепции, потому что, как я говорила, даже не все ESG-рейтинг-провайдеры смотрят на одни и те же данные. Кто-то смотрит на данные от компании, кто-то смотрит на медийный фон и называет это ESG-рейтингом. Есть различные подходы.
Для того, чтобы пользоваться рейтингами, нужно немножечко больше разбираться, выбирать методику, которая больше подходит под ваши собственные ценности, транспарентную методику, поэтому мы стараемся быть максимально транспарентными. У нас много отдельных мероприятий, посвященных более глубоко методологии и аспектам методологии, потому что я вот с вами разговариваю сейчас с административной стороны, но занимаются оценкой именно самих рейтингов, рейтинговая служба, которая гораздо более компетентна в этих вопросах. Методологии всегда будут несколько отличаться, но главное хорошо понимать, что лежит в этих методологиях. Например, многие методологии, такие как наша, дают возможность ребалансировки. То есть, как я уже говорила, у нас выдается отдельно и ESG, и в рамках отчетов также указаны отдельные веса конкретных факторов, отдельная оценка по ним. То есть, если вы хотите использовать наши отчеты для оценки своего портфеля и подкрутить веса для себя, то есть у вас есть какой-то приоритет, там best in class или какие-то более специфические приоритеты по фильтрам, это тоже возможно. Спасибо большое. Коллеги, ну, наверное, мы будем потихоньку завершать. Вот еще один вопрос от Галины поступил. Светлана, не против еще, да, вопроса? Зеленые облигации. То есть в России верифицированы зеленые облигации, но регулируются ли они государством? Отчитываются ли компании по требованиям? Как я понимаю, пока они не субсидируются. Пока они не субсидируются, но требования уже есть. Есть правила листинга в Мосбирже, есть отдельное регулирование ЦБ РФ по зеленым облигациям, есть таксономия ВЭБ РФ, так что регуляторных документов уже довольно много. Спасибо огромное. Коллеги, пока больше нет вопросов ни в чате, может быть, кто-то голосом еще хочет задать вопрос, пока есть такая возможность. Или, наверное, уже действительно, да, многие темы обсуждены. Но сколько еще, да, остается моментов, которые... Да, для тех, кого интересует тема подробнее, здесь на слайде вы видите, у нас есть телеграм-канал RAEX Sustainability. Мы там публикуем каждый день какие-то новости ответственного финансирования на русском языке. У нас каждую неделю бывают по средам обучающие вебинары. У нас уже было... по-моему, 51, вот на следующей неделе 52-й вебинар по теме устойчивого развития. Многие из них доступны на YouTube-канале или, по крайней мере, на нашей платформе. Да, спасибо, Светлана. Ну и, конечно, тех, кто решит так или иначе связать свою деятельность в дальнейшем с этой проблематикой, с этой темой, мы, конечно, приглашаем на нашу программу магистратуры «Менеджмент устойчивого развития». У Софии вопрос какой-то, да, я вижу? Нет, я просто поблагодарить хотела за мероприятие и Светлану за выступление. Спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо, коллеги. Пишут благодарности в чате Светлана за подробные ответы, вообще в целом за презентацию. Да, вот еще пишут спасибо большое. Коллеги, если больше нет вопросов, я думаю, что нам стоит поблагодарить Светлану за ее время, за такие точные ответы на ваши вопросы. И надеемся, Светлана, что в скором мы с вами увидимся на нашей программе магистратуры, и где вы будете уже в качестве преподавателя, практика. Коллеги, всем спасибо, кто сегодня подключился, кто задавал вопросы. И также напоминаю, что наш цикл лекций продолжится. Следите, пожалуйста, за анонсами. Мы в скором времени больше информации дадим о следующей лекции. Спасибо еще раз огромное, Светлана, спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго, спасибо. Коллеги. До свидания. Всем хорошего дня. До свидания.